Ильхом постоянно работает с людьми, он продавец-консультант. Мигрант давно хотел пройти тест на коронавирус, но возможности такой не было. Лишние 3000 рублей – это чуть более 40 долларов. Потратить на тест трудовой мигрант позволить себе не может. Через знакомых он узнал о благотворительной программе представительства агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана при поддержке фонда Шадиева. Ильхом подал заявку в агентство, приехал в клинику, и в течение 5 дней он будет знать, здоров ли он, болен или уже имеет антитела к вирусу. Весь процесс тестирования составляет не более 15 минут. Тестируемый заполняет стандартный медицинский формуляр, потом у него берут кровь из вены. Захотел тестировать и провериться. Только что сдавал тесты, надеюсь... На все хорошо. Тестирование могут пройти как одиночки, так и группы. Атабек приехал на тестирование вместе с тетей и ее коллегами из сферы общепита. Мигрант говорит, что важно быть уверенным в собственном здоровье, ведь от этого могут зависеть жизни других людей. Сдавал анализы, узнал от близких друзей, решил провериться, потому что появились некоторые симптомы. Ну, кашель и просто боюсь. Ну, не за себя, а за родных, чтобы их не заразить. К сожалению, не все мигранты такие же сознательные, сетуют чиновники. Кто-то ищет в программе подвох, кто-то боится остаться без работы, а соответственно и без средств к существованию. Поэтому на тестирование приходит меньше народу, чем ожидалось. Но как бы то ни было, программа себя оправдывает, говорят они. Ведь выявление даже одного зараженного может предотвратить целую цепь контактов, а соответственно остановить продолжение эпидемии, от которой страдают все слои общества. А это и есть основная цель. Пока проект, к сожалению, на территории Москвы и Московской области. А основная задача – это предупредительная мера, чтобы те наши земляки, которые работают легально, подчеркну, могли получить возможность протестироваться без ущерба на свой, как говорится, финансовый статус, на свой кошелек. На данный момент тестирование выявило несколько положительных результатов на коронавирус среди граждан Узбекистана. Десятки людей уже имеют антитела, то есть переболели вирусом и даже не поняли этого. Предположительно, до конца эпидемии в представительстве агентства будет работать горячая линия, говорит Саид Нумон, где каждый желающий гражданин Узбекистана может оставить заявку на прохождение теста.